Как хранить, обрабатывать и передавать персональные данные. Несмотря на то, что закон действует больше 10 лет, его требования выполняют не все, поэтому и проводят подобные семинары. В Сочи приехали представители разных предприятий и организаций из Новороссийска, Владимирской и Воронежской областей. Им в том числе рассказали об изменениях в законодательстве, которые вступят в силу уже с 1 июля. На сегодняшний день статья 13.11 КОАП РФ предусматривает ответственность от 5 до 10 тысяч за нарушение правил обработки персональных данных. Но вот те поправки, которые вступают в силу с 1 июля 2017 года, они делят статью на 7 составов, и за каждое нарушение будет предусмотрен свой штраф. Ну, скажем так, самый большой штраф там, до 70 тысяч. Но учитывая, что в рамках проверок мы находим 1, 2, 3 нарушения, как правило, то, естественно, это будет все суммироваться, и штрафы, соответственно, будут намного больше, чем сейчас, да, до 10 тысяч. Подобные семинары Роскомнадзор по Южному федеральному округу для всех заинтересованных операторов проводит регулярно.